Один лишь вид приводит в трепет. Его зубы вызывают ужас, а на его спине ряды чешуй, скрепленных прочно. Это нильский крокодил. Его челюсти обладают внушительной силой, что позволяет удерживать и убивать ими крупных животных. Сила его укуса была измерена в 2268 килограммов. Нильский крокодил является крупнейшим крокодилом, обитающим в Африке, и считается вторым по величине в мире. Его размеры доходят до 6 метров. Масса отдельных особей может быть довольно изменчивой, поскольку одни животные по своей природе довольно тонкие и стройные, а другие, наоборот, очень массивные. Крупный самец может весить от 150 до 700 килограммов.